Всем привет, с вами Максим Вересов, Станислав Орехов. Сейчас висят визуализации наших объектов на стенде. Сейчас мы находимся на выставке «Красивые дома». Отдельная благодарность Никитину Ивану, который сделал несколько объектов для нас. Сейчас я хочу, чтобы оператор приблизил камеру и показал, какие это работы. Работа бассейна. Я хочу, чтобы вы посмотрели работы, которые сделал Иван Никитин. Это бассейн с жилым блоком. Опять же, деревянные дома, что мы очень любим. Деревянный дом в канадском стиле. Вот он. Также он сделал визуализацию бизнес-центра, реконструкция бизнес-центра. Скажу по секрету, что у управленца, вообще, у владельца висит на стене. Ему очень понравилось. Раньше висел эскиз. Мы ему прислали визуализацию, и он повесил на стенку как картинку. Как будто это фотография. Они думают, что это фотография будущего объекта. Вот. Отдельное спасибо. Хочу отметить высокий уровень, очень ярко, очень насыщенно. То есть мелочей я не вижу, в детали я не вникаю, но вот как для дилетанта, как для заказчика мне все понятно, все красиво. Зелено, с ландшафтным дизайном каким-то небольшим. То есть все, все оформлено. Да, очень быстро, очень хорошо, достойно, качественно. Здесь комплексный подход также был выполнен. Сделано все. Оптимизация, вопросы, ответы, комментарии. Все мы сделали, прошли этот этап работы. Я доволен результатом, поэтому рекомендую сотрудничество Ивана Никитина. Делает классные работы на высшем уровне.